В канун праздника погода преподнесла северячкам приятный сюрприз и порадовала оттепелью. Сегодня днем местами столбик термометра поднимался до плюс 2 градусов по Цельсию. Однако температурный рекорд не побит. Несколько теплых дней в первой декаде марта специалисты фиксировали и в 2007, и в 2014 годах. Интересно, что по многолетним наблюдениям этот весенний месяц в наших широтах считается самым сухим. Количество осадков, которое выпадает в Новосибирске в марте, в среднем 29 миллиметров. Даже летом и осенью больше. А вот по силе ветра март, по мнению синоптиков, самый некомфортный месяц в году. Направления меняются резко, дует часто. Сегодня в этом смогли убедиться горожане. Порывы во второй половине дня достигали 15 метров в секунду.